Ассаляму алейкум. Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня очередной коп. Я не знаю, насколько видно, он рассвет. Оттуда он начал. Даже уже устал. Поднадоело, ничего нету. Тут дорога идет. А короче, что у нас тут? Вот тут вот нашел я. 20 сантимов. Так. Вот эти 20 сантимов я вытащил. Вот отложил я сюда. И опять у меня сигнал идет. Сейчас посмотрю, может опять какие-то 10 сантимов. А вот, друзья, как и ожидалось, опять 10 сантимов. Но кто-то здесь лишился, короче, 30 сантимов. Если бы я не опередил, блядь, через 50-60 кто-то бы нашел вот эти вот сантимы. Тридцать сантимов. Больше нету. Больше нету. Ну что, продолжаем. Может, что повезет Франки найти или Наполеона. Друзья, был новый зон. Вот из-за этой вот ямки вытащил я вот эту вот монетку, я думаю. Сейчас будем смотреть, что такое. 1 франк. В идеальном состоянии 26-го года. Так, и куда я тебя уронил? По-моему, тоже бронза. Или медяк. Вот такой. После 30 сантимов я уже думал уехать. Поднадоело малость. Но подфартило, скажем так. Ну, уже есть мотив копать дальше. Лесок-то тут большой такой. На 2-3 дня. Даже больше искать не надо. Территория. Вот она идет, дорожка. Маленькая тропинка. И вот тут тропинка. Я вот посередке пошел. Остается еще вон территория тоже. С правой стороны. Чуть-чуть узкая, но нормально. Ну, я скажу, на недельке две работы есть, если здесь оставаться. Ну, уже мотив есть, главное, все пошло. Буду искать здесь. Ну что, до следующего. Да, друзья, новый был у меня сигнал, вот этой вот ямки.
Вот она монетка. Вроде бы. Будем смотреть, что такое. Так. 1 франк. 1948 год. Сейчас чистить, большая история будет. Ну, короче, 1948 год. Я думаю. Да. 1 франк. Земля не отходит. Окей. До следующего. Друзья, после 10-15 минут у меня был снова сигнал. И вот что-то, что было раньше монета, я достал. В данный момент не определить, что это такое. Если не почистить. Ну что-то было когда-то. Еще продолжаем поиски наши. Золото где-то здесь. Купил я себе новую катушку. Торнадо 33 сантиметра. Фу, скажу вам. Я только начал с ней делать детекцию. Так, и, ну, скажу, нормально. И у меня тут новый сигнал. Вот я вам показываю, вытаскиваю что-то. Вот. Пять франков 47 года. Алюминиевых. Состояние идеально, хорошее, что радует. Сегодня делаю вдоль реки. Вот идет речка. И вот 5 франков. Первый. Я с торнадой достал. Что продолжаем? Продолжаем, радует алюминий. Хотелось бы чуть постарее, но делать нечего. Продолжаем. Да, друзья, у нас снова сигнал. И снова что-то вот такое. Что-то было когда-то монетой тоже. Но изрядно в то же время ее потрепало. Я думаю, на Наполеон III. Но уже весь покоцанный. Убитый. Или может быть медальончик какой-нибудь. Ну, скорее всего, Наполеон III. Не скажу точно, что такое. Надо будет почистить, посмотреть. Так не скажу. Окей, продолжаем. Друзья, вот она ямочка. И только что я нашел 5 франков. И был снова сигнал.
И вот она, снова ямочка. Вот я достаю монеточку. Это 2 франка 48 года. Тоже в очень хорошем состоянии. Да. Ну, торнадо работу делает. Отлично. Отлично торнадо делает работу. Очень доволен. Очень доволен даже. Вот. Сами видите. Вот ямка и вот ямка. И вот монетка. Еще продолжаем. Продолжаем. Так. У нас снова сигнал. И снова монетка. И сейчас скажу, что за монета. 1 франк. Так, 1 франк у нас 1958 года. 1958 года 1 франк. Окей, продолжаем. Так, друзья, если кому что понравилось видео, кому интерес был, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, конечно. Будем рады подписчикам новым. Али. Друзья, после 2 монет, 5 франков и 2 франков, где-то час времени прошло, я перешел в лес от речки. И вот в лесу, вот в такой вот ямке, я обнаружил вот эхо войны, так сказать. 2 патрона вот таких вот. .762, так бы я сказал, но навряд ли. И зарываем обратно. Все, продолжаем наши поиски монет. Гадюка. Гадюка. А, серебристая. Дечек там просто туганца тоже. Я понимаю. Просто шугнуть. Тебе ехай. Просто шугнуть хотим. Вот. Змеёныш. Гадюка. Ещё не прям норкич, да, я. Анаконда.